Юрий Примов, 42 года, житель села Штормовое под Севастополем. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства по специальности актер. Последние годы работал строителем. Примова обвинили в участии в деятельности Хизб-ут-Тахрир, исламистской организации, не запрещенной на территории Украины, но в России считающейся террористической. Во время следствия Примов не признал вину и отказался от дачи показаний в соответствии с 51 статьей Конституции. 7 сентября 2016 года Примов был приговорен к 5 годам колонии общего режима. В настоящее время находится в колонии в поселке Ясный, Марий-Эл.